продолжаем опыты. Сегодня интересные опыты. Сейчас приспособил даже не магнит-мотор, а просто катушку от этого. Это мотор на 600 ватт мощный. То есть на катушку подал ток через СИМ. И видите, напряжение 0, почти 0, 0,1 сотая. А лампочки горят. Правда, в пол накала, но горят. Напряжение 0,1 сотая. То есть катушка, забирая ток, катушка здесь на статоре мощная, мощнее, чем у этого, на 600 ватт. Надо подумать сюда помощней. И видите, ток возвращается и умножается. Так катушка-то нагревается, круглая. Поэтому, значит, ток с катушки и ток отсюда почти равны, видите, 0,1 сотая разница у них. И то не всегда. Ну, чуть возьмет, откатит, чуть возьмет, откатит. Видите, 0,1 сотая вольта. А лампочки должны гореть минимум 7,5, 7,60 даже. 7,70 я проверял вот эти лампочки. Они на 12 вольт. Они при нуле 1 сотая вольта гореть не будут. То есть это ток, который, значит, генерирует катушка. То есть выравнивает. Забирает, генерирует и выравнивает. Напряжения нету, а лампочка горит. Считайте, нету 0,1 сотая. Ну и, конечно, расход-то откуда будет? Никакого расхода нет. Вот хотя включено, видите? Включено в сеть. Через вот этот вот выпрямитель, через СИМ. На СИМе отрегулировали. Подается на катушку. И параллельно на лампочки. Видите, лампочки горят. Пять штук по 5 ватт. То есть продолжим опыты, интересные опыты в другом направлении. Будем продолжать. Благодарю вас за внимание и понимание.